Всем здорово, народ, с вами я, VaankoR, и у меня в комментариях спрашивают, как ты сделал такой шрифт в Террарии. Вот к сравнению стандартный шрифт, а вот как он выглядит у меня. И сейчас я покажу вам, как сделать такой же шрифт. Для начала вам нужно скачать сам шрифт, ссылку на него я оставлю в описании. Переходим в файлы игры Террарии, заходим в контент и в папку со шрифтами. И сюда с заменой перекидываем скачанные файлы. И вуаля, ваш шрифт теперь выглядит красиво. Это, конечно, не важно для игры, но все же играть становится приятней. Хотя для тех, кто играет на английском языке, имеется нормальный шрифт из Террарии. Не знаю, почему они не добавили такой шрифт на русский язык. Хотя раньше на версии 1.3.0.8 был нормальный русский шрифт, но почему-то они его убрали. Ну ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, тем, кто спрашивал про шрифт, я помог. Ну что ж, с вами был VaankoR. Всем удачи и всем пока.